Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Добрый господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просто... У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Всем доброго дня. Программа «Добро пожаловаться». И ваши вопросы, ваши жалобы, предложения, какие-то непонятные вещи вы можете, во-первых, задавать по телефонам прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9, или писать нам на WhatsApp 2-300-6191, 2-300-6191. На ваши вопросы отвечает председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП, Айвар Гонтарев. Также доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, у нас сразу же звонок. Здравствуйте, доброе утро. Алло, доброе утро. У меня вопрос и большая просьба господину Сидорко. Господин Сидорко, вот не могли бы объяснить такую ситуацию по поводу криминального дела с лифтами. Виновным признан владелец этой фирмы, которая получила заказ. Но кто дал ему право? Это комиссия, которую составляют для проведения конкурсов. Вот у меня вопрос, во-первых, кто составляет состав этой комиссии? Насколько там профессионалы или случайные люди? И почему они отдали такой лакомый кусок, грубо говоря, фирме, которая не имеет никаких возможностей освоить эти деньги, а только положить в карман себе? И не являются ли они обвиняемыми номер один? Не этот владелец Лифт Альянс, пусть он идет обвиняемым номер два, а вот эта комиссия, которая руководствовалась, а мы ему поверили. Вот как ворона и лисица. Все, спасибо. Всего хорошего. Ну, я сразу скажу, что говорить об обвиняемых и вообще кто там привлечен к делу, по-моему, очень рано. Просто-напросто суд еще не состоялся, объявили о том, что будет начат судебный процесс, и только суд может сказать, кто в чем и когда виноват. Но я подробностей этого дела не знаю, и фигурантов дела не знаю. Может быть, Айвер что-то может сказать, может быть, ему эта тема поближе. Я не могу комментировать эту тему, я не в курсе. Могу сказать, смотря с какой точки зрения, наверное, здесь есть суть, есть то, как это озвучено в масс-медиах, и есть здесь, наверное, третья сторона еще факты, да, которых мы все никогда, может быть, все не узнаем, но часть узнаем, да, что там происходило, потому что... Я знаю про это дело лично, да, так как я тоже там участвовал и давал всякого рода информацию следователям, чтобы понять, что там произошло. Но суть, если так мы берем конкретного фигуранта или владельца компании «Ава Лифт»,
когда, как мы знаем, исторически Рига была поделена, скажем так, между организациями по обслуживанию лифтов, у которых были договора с Могилевским заводом, которые поставляют необходимые все запчасти. Да, так как, может быть, еще раз повторю радиослушателям, что большинство, 95% лифтов в многоэтажках, которые были построены в советское время, до сих пор стоят могилевские лифты. Понятно. Ну, то есть... Все идет оттуда, да, и конкретно этот предприниматель, у него был договор с этим заводом у единственного, да, там множество всякого рода факторов и шума вокруг этого дела, но фактически такой вот он единственный такой, который вот, по-моему, лет уже 20-30 даже, по-моему, работает с этим заводом, а все остальное — это там шум и всякого рода интерпретации. Еще раз, факты мы узнаем тогда, когда будет следствие закончено, и когда будет уже не обвиняемый, а уже вот конкретно доказано фактами, кто что делал и творил. Но это нужно, скажем так, отложить в сторону и смотреть на то, как работает. Потому что у РНП тоже было всякие желания там прекратить работу из-за этого в городе. Как мы знаем, все слышали, около 10 лифтов просто перестали работать, потому что никто не поставлял необходимые запчасти. Да? И в конце концов РНП все равно пришла к нему обратно и сказала: ну вот, помогите, пожалуйста, привести в порядок лифт. Потому что вот есть, опять-таки, отделяем, да, есть хозяйственная деятельность от политики и всего остального, кто что-то там хочет и доказывает, и выставляет, каким образом, да, и в каком свете. Так что это две разные вещи. Так что если у вас там конкретные какие-то проблемы с вашим лифтом, нужно обращаться тогда в эту компанию или в РМП и говорить, что вас не устраивает, да. Потому что это отдельная тема — лифты. И он там на одной передаче, наверное, не хочет рассказать все нюансы. Я вот только добавлю, если уж коснулись фирмы «Авролифты», я работаю с «Авро» с 96-го года, и до этого она обслуживала как еще государственная организация, которая обслуживала лифты, просто эта трансформация произошла. Могу сказать, у меня за все годы работы с этой компанией не было ни одного случая технической остановки лифта. По техническим причинам. Очень квалифицированный персонал, я руководство не знаю, но я говорю, очень квалифицированный персонал, быстрые реакции, планы. Единственное требование было от компании о том, чтобы своевременно, чтобы мы их акцептировали, их заявки на текущие ремонты каждого года. И лифты вот у меня, по крайней мере, с 96-го года по сегодняшний день находятся в очень хорошем рабочем состоянии. Поэтому говорить о том, что там как-то фирмы замешаны, я не знаю. Там, скорее, какие-то другие интересы. Ну, я могу рассказать настолько, сколько, потому что была очень агрессивная инвазия литовских компаний, тех же самых, которые вот Сивинити и Хаусмастер, да. Они даже мне лично угрожали, чтобы я каким-то образом, как в свое время председатель правления РМП, отдавал эти заказы им. Я им показал просто лесом дорогу, ну, они обиделись. Да, но так эти дела не делаются. И с точки зрения профессионализма и остального, у меня в РМП был 5-летний план по замене всех лифтов. Да, чтобы вот в Риге наконец-то все эти лифты, они были не такие, как они сейчас. Вот я входил в лифт как житель просто и вот снимал конкретно, что меня не устраивает с технической точки зрения и с визуальной. Была разработана четкая программа в рамках РМП, да, о том, что как это будет постепенно улучшаться. И в течение 5 лет был план вот заменить лифты технически, чтобы ход был плавный, чтобы он останавливался ровно там, где он должен останавливаться, чтобы двери плавно открывались, закрывались, чтобы это было визуально прилично. Да, там. Так что из всех в рынке те, которые занимаются лифтами, такое самое приятное впечатление он вот оставил я, потому что они реально профессиональны в своем деле. А остальное вокруг него — это политика. Ну что?
вы понимали, так как мы глубоко в этом. Я хотел бы, Олег, может быть, ответить на тот вопрос, который был с прошлой передачи в WhatsApp задан относительно женщины, которая задала вопрос, что она, не, она живет одна в однокомнатной вот, квартире. Да, у нас, по-моему, у нас просто есть даже вопрос. Я думаю, что мы можем поставить его в аудиоварианте, чтобы наши слушатели, ну, понимали, вспомнили, о чем идет речь. Вот я сейчас попрошу его запустить. У меня вопрос, наверное, господину Гунтареву. Вопрос об организации работы так называемых домоуправлений. Наш дом не снят с баланса города и управляется Ригоснамопарвалмекс. Какой бы вопрос ни задала я, всегда получаю в домоуправлении один ответ. Вы имеете право собранием решить этот вопрос. И тут же называется быстро положение кабинета министров, номер и так далее. А конкретный вопрос о распределении вот этого разницы потребления воды. По дому всегда в нашем доме сейчас ну, не превышает 20% эта разница. Я живу в однокомнатной квартире, одна. А по моей квартире, значит, если по дому где-то 15% превышения, то по моей квартире 20, 21, 22%. Я задаю вопрос, значит, почему так происходит? Потому что я считаю, что пропорционально, если по дому 15, то и по моей квартире 15, и так далее по другим квартирам. Ну, говорят, нет, таков закон положения Кабинета министров. И вы собранием можете этот вопрос решить по-своему. Но в доме 148 квартир. Какое собрание можно собрать? Во-первых, тут нужны и специалисты, понимающие в этом вопросе, и место проведения собрания, и организация. Так, а в домоуправлении есть и специалисты. Собрание, если в домоуправлении нельзя собрать, то у нас рядом школа. Можно за счет средств дома снять в аренду на 2 часа какое-нибудь там помещение в школе. Вполне официально. А домоуправление что делает? Разницу делит на количество квартир, никаких проблем. Тут, конечно, больше нужно будет поработать, если считать по потреблению в каждой квартире. Так я больше задаю вопрос об организации работы домоуправления. Почему они не могут, когда вопросы повторяются неоднократно, как я это делала, вот организовать собрание? Ну или раз в году собрание по многим наболевшим вопросам. Сами жильцы организоваться в таком огромном доме не могут. Что домоуправление должно включиться в эти организационные работы, потому что очень просто общую сумму разницы собрать на количество квартир, и никаких проблем у домоуправления. А проблемы у жильцов, тем более сейчас удорожание всего будет, и я переплачиваю, значит, за тех, которые больше потребляют. Именно в организации собраний пусть домоуправление возьмет тоже на себя. Я не говорю там каждый квартал или еще. Я, кстати, имею некоторый опыт работы в домоуправлениях. И так и делали. Но там был маленький дом. Там можно было во дворе собраться. А тут и погода у нас такая неустойчивая всегда. И специалистов в доме нет. Для этого мы и заключаем договор с домоуправлением, чтобы домоуправление занималось всеми вопросами. Ну, вот такой вопрос. Я понимаю, что здесь два вопроса, два момента. Во-первых, почему так происходит, что по дому 15, в квартире 20 плюс 22%, и, ну, насчет организации общего собрания. Да, но так и есть, что по условиям Кабинета министров можно по-разному распределять эту разницу в воде. Да? Угу. И дом управления применяет по умолчанию. По своему порядку, да, метод. По тому, что должна домоуправление, ну, это нормальная и правильная практика, хоть раз в году встречаться со своими клиентами, да, и собирать собрание. Нужно тоже понять с практической точки зрения, ну, 148 квартир, если в доме, да, там, ну, путем собрания не удалось такой дом
именно путем голосования, да, ну, на собрании общем один раз. Получить голосование, это было в свое время улица Зентенес, тогда, когда этот дом остался без отопления. Да, тогда было холодно, и вот тогда все люди вышли, необходимое количество людей, чтобы проголосовать, чтобы у них было отопление, и мы их переняли и позаботились о них. Но в таких домах, как правило, собрания ведутся информативные, чтобы донести до тех, кто интересуется, кто пришли, что нужно решить и каким образом эти вопросы можно решать. Да? А потом запускается анкетирование. Да? Поскольку анкетирование там дается месяц-два, три, сколько нужно для решения конкретного вопроса. И здесь, да, здесь радиослушательница права, что здесь поддержка для людей нужна с дома права для приготовления всей процедуры, для обеспечения всех необходимых бланков, листов и так далее. Но без участия жителей в таком доме тоже невозможно будет, потому что в основном жители пассивны. Если к ним соседи приходят и говорят, вот у меня бланк, вот такой вопрос, вот мы там собирались, обсуждали, большинство за, ну вот нам нужен ваш тоже голос, чтобы решить позитивно какой-либо вопрос. Да, то есть обычно делится дом по лестничным клеткам, кто-то из лестничной клетки поднимает руку, что он готов был активистом, просто вот кому вот дать приготовленные документы, и он бы мог их распространить уже внутри своей лестничной клетки, потому что одному, вот, ну, чисто вот 148 квартир, дом, ну, поднять, обижать ни дому праву, ни там кому-то изнутри. Ну, эта миссия, она возможна, но фактически невыполнима, да, и здесь нужна, в принципе, команда и плотное сотрудничество дома права с активистами. То есть дом прав обеспечивает, еще раз таки, всю процедуру, всю информацию про необходимый вопрос, который нужно принимать, но без соучастия и активности жителей, ну, фактически в таком доме не будет возможно принять те необходимые решения, которые, например, радиослушательница имела в виду, да, про распределение воды. В общем, понятно. Я бы добавил еще пару слов по этому поводу. Первое. Управляющий, согласно закону об управлении жилыми домами, обязан провести опрос среди жителей, письменную процедуру, в случае, если кто-то из собственников подает такую заявку. Но тогда вы должны подать заявку, написать, что вы просите провести опрос и сформулировать ваше предложение так, чтобы оно было однозначно понималось. Это первое. Второе, относительно проведения очных собраний. Если мы откинем ковид сам по себе, который это все ограничил, то я могу поздравить нас с тем, что Рижская дума года за два до ковида, во времена господина Бурова, запретила школам сдавать классы под собрание, посчитав это нецелевым использованием школы. Хотя на самом деле в этой школе проходили собрания родителей и тех учеников и обсуждались актуальные вопросы для жизни именно школьников. Но нашлась какая-то инструкция, почему-то посчитали, что школам этот дополнительный доход незаконный, и запретили. Хотя мы практиковали все время сотрудничество с рядом расположенной школой, платили им деньги, и в школе был дополнительный доход, и никому плохо от того, что вечером там приходили родители и тихонько обсуждали свои вопросы, тоже не было. Так что, и последнее, что я хотел бы прокомментировать, два вопроса, это распределение разницы по воде и распределение платы за мусор, это те вопросы, по которым вы никогда не добудете никакого решения. К сожалению. Потому всегда что, кто-то будет недоволен, я понимаю. Да, всегда. И причем, учитывая в данном случае, я могу высказать только сочувствие данной радиослушательницы, количество однокомнатных квартир в доме самое маленькое, так что решение будет явно не в их пользу, в любом варианте. Здесь нет других вариантов. У нас, между тем, есть звонок. 67212-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поддержать предыдущее выступление, да, женщина, которая обращалась. Почему домоуправление ничего не хочет делать? А если что, мы задаем вопросы, господин Сидорко говорит, меняйте другого домоуправления. Как можно так? Почему вы не спрашиваете с домоуправления,
то, что они получают зарплату и должны отвечать за эти дома. Кто должен спрашивать, я прошу. А не мы бегать. Подождите, подождите. Сейчас? Да, хорошо. Вот да. Сейчас вам господин Сидорко, ну, просто ответит. Даст... Кто должен спрашивать? Между вами и домоуправлением, между вами лично и домоуправлением заключен договор обслуживания. И вдруг вы хотите, чтобы кто спрашивал с кого? А? Ну, а кто с кого должен спрашивать? Тот, кто заключил договор, тот, кто его исполнил. Мы должны спрашивать домоуправление. Мы должны спрашивать домоуправление. Обращаемся в домоуправление. Ну, спрашивайте. Которое получает зарплату, которое отвечает за свои работы. Да. Если они не умеют работать, меняйте этих работников. И все. Кому вы говорите менять? Вот сейчас. Ну, кому вы говорите меняйте? Кто должен менять, по-вашему? Как кто должен? Тот, кто, кому они подчиняются? Кто кому подчиняется? А если тот, кто подчиняется, не хочет менять, а вы ему платите деньги, то что? Ведь сам факт оплаты квартирной платы означает, что вы довольны управляющей компанией. Ведь элементарная деловая этика, заключен договор, и вы платите. Если вы платите, вы довольны. Ну, хорошо, я должна платить, потому что с меня потом еще больше сдерут. Я еще раз вам повторяю, если вы пришли в магазин и вам нахамили, то вы, скорее всего, в этот магазин второй раз не пойдете. Ну, просто проголосуйте своими деньгами и сходите в соседнюю. В отношении домоуправления вы надеетесь... Понять, для чего тогда домоуправление? Для чего? Ну, вы откажитесь от услуг домоуправления и сразу поймете. У вас не будет ни воды, ни тепла, ни дворника, ничего всего остального. Ну, вот вы окажетесь без обслуживания. Зачем? Вот домоуправление должно отвечать, я не понимаю вас. Вот у нас домоуправление, правильно? Вас и какое домоуправление? Тогда уж давайте. Ну, давайте конкретно, да. На Мартыне. Так, и какое у вас домоуправление? Это не важно, на Мартыня. Ну, подожди. Это РМП. Мартыня 8, это РМП. Ну, если РМП, значит, если после устройства... Ну, скажите, пожалуйста, вы будете ходить к портному, который плохо шьет для вас? Или вы меня не понимаете. Так, или вы... Я понимаю прекрасно. Вы все время хотите сказать, что кто-то должен прийти в РМП и что-то им там сказать. Никто туда не придет. Я просто хочу вам донести простую мысль. Никто в РНП, кроме вас, не придет, а РНП будет опасаться только тогда, когда вы начнете принимать решения соответствующие. А так вы платите, они слушают. Что у вас случилось? Если у меня, например, что-то случилось, вот как женщина говорит, да? Так. Кому я должна обращаться? К домоуправлению. Правильно? Ну, хорошо, да. Ну, что-то у вас случилось, вы обращаетесь в домоуправление. А что дальше? Да. И домоуправление должно ликвидировать то, на что я жалуюсь, или кто-то еще жалуется. Ну, хорошо, смотрите, у вас... Должно внимание. Да, и что? Мастера. Ну, и что? Ну, так подождите, а что, чем вы недовольны тогда, если... Я недовольна тем, что начинает... Вот она выступает, говорит, что я обращаюсь в домоуправление. Соберите собрание. Зачем мне собирать собрание, если вы понимаете, что такое собрание собрать? Нет, но подождите, вы все равно не понимаете. Здесь домоуправление действует по закону, что есть несколько схем, по которым можно распределять вот этот, эти потери по квартирам, по числу зарегистрированных, задекларированных. То есть разные версии. Для того, чтобы поменять одну версию на другую, нужно общее собрание жильцов. Само домоуправление не может без решения собрания жильцов изменить вот эту форму, каким образом перераспределять вот эти неучтенную воду. Понимаете, нет? Хорошо. Да. Я понимаю. Нет. Да. Хорошо. Вот у нас было время недавно, но сейчас как будто бы немножко прекратилось, когда у меня был один куб, а мне добавляли 12 кубов. Я еще к вам обращалась. Это нормально? Куда я должна бежать? К домоуправлению. Они же должны там все-таки, они же сидят так, и понимают, хорошо. сколько потребляет какая семья. Ничего, у меня два человека, но сына сейчас нет. Туда-сюда ездит, я одна. Поэтому я экономлю. И мне 12 кубов.
Но потом прекратили это. Ну, а как это? Кто должен быть ответственным за это? Дом управления. Они же должны тоже смотреть. Для этого они и сидят, они за платой. Для чего они сидят? Для чего? Для работы. Для чего они сидят? Для работы. Ну, так они работу выполняют. Нет, просто мне кажется, что мы с вами вот как бы как будто бы не доходим до сути. Вот господин Сидорко говорит о том, что если вы, скажем, ну, у вас разваливаются, не знаю, там, сапоги, вы приносите их в сапожную мастерскую, там плохо работают, там плохо вам сделали, вы идете в другую сапожную мастерскую, точно так же у домоуправления. Вам плохо... другое. А? Там мастерская частная, а здесь-то так это под... как... Я так, не знаю, домоуправление, вот. Это же как государственное. Вот государственное, да, или частное? Нет, оно частное. Вот, вот этого вы не хотите понять. Вас все время радует, что там мэр города может стоять, сказать и что-то сказать. Ничего он не может сделать. Самоуправление ничего. В Рига Славопарубникс сделать не может, потому что Рига Славопарубникс, если вы посмотрите свою квитанцию, там спереди написано три волшебные буковки. СИА. Сабидрова, Арьерова, Житуатбилдыба. То есть это обычное коммерческое предприятие. Оно частное, понимаете? Оно частное. Значит, оно тогда не нужно нам. Зачем же частное это? Ну, раз это не нужно, значит, отказывайтесь. Хорошо, кто за ними стоит? Кто, вот оно частное, кому оно подчиняется? Так частное как... Не подчиняется никому частное предприятие. Оно может принадлежать кому-то, но тот, кому оно принадлежит, в его хозяйственную деятельность вмешиваться не может. Так что же, выходит, что сколько хотят, они тоже столько с нас изберут? Так, что ли? Если вы им будете есть позволять, да. Если вы будете позволять, то да. Поэтому мы и говорим, если вас не устраивают условия, у вас есть возможность собраться на собрание и решить, как действовать дальше. Отказаться от этой квартплаты. Кстати, вы учтите, что домоуправление от вас тоже может отказаться. Вот вы не согласитесь с этой квартплатой, предложенной квартплатой, они от вас откажутся. Это закон тоже. Так что здесь обоюдово стремите видеть. Это дурдом, а не закон. Это, что это за закон? Как, и куда должен человек бежать? А человек, он является не человеком в данном случае, а собственником квартиры. А собственник квартиры обязан обеспечить управление жилым домом. И дальше перечислены в законе все обязанности его по управлению жилым домом. Так что у вас есть обязанность, а вы уже заключаете, чтобы выполнить эту обязанность с тем или иным домоуправлением и с ним сотрудничаете. Так что в данном случае это дорога двусторонним движением. Могут от вас и отказаться очень легко. За три месяца предупредят и скажут до свидания. Ага, значит, домоуправление только получает деньги и ничего не делает. Я хочу отказаться, откажусь. Вот и хорошо. Но они пойдут в других городах. Да. Но вы можете отказаться, я понимаю, все-таки не в одиночестве, а только большинством голосов дома, опять-таки. То есть... Здесь дальше трудно будет. Ну да, наверное. Но просто, видите, нет, я понимаю, что проблема в том, что люди воспринимают все равно домоуправление как государственную какую-то структуру, которая должна. Сейчас у нас еще один звонок, или это... Алло. Я прошу прощения, я с трудом вообще выдержала это кручение по кругу, но это нельзя столько времени занимать. Извините, я вот что хочу сказать той женщине, первой, которая звонила по потерям воды. Во-первых, может быть, ее немножко утешит, что для меня потери в моих счетах по отношению к моему личному потреблению составляют 100, 120, бывает и 160%. Красиво? Красиво. Кроме того, с вами, уважаемая, не согласятся те соседи, которые потребляют много. Ни за что не согласятся переделать способ распределения воды на тот абсолютно справедливый, я считаю, который вы предлагаете. Потому что своя рубашка ближе к телу. Спасибо. Но, господин Пека, ну как-то прерывайте. Видите, но здесь вопрос все-таки очень принципиальный. Мы говорим все время об одном и том же. Женщина идет и в частном порядке ей, ну, объяснят. Нельзя же в короткой передаче столько уделять.
Но это очень принципиальный, извините, да, спасибо, но просто извините, но вы видите, что это очень принципиальный вопрос, и очень многие люди по-прежнему воспринимают домоуправление как нечто, государственную структуру, над которой должен быть обязательно начальник, это доброму начальнику можно пожаловаться, и он наведет порядок, стукнет кулаком по столу, и все будет сделано. Ну, то есть это вот мы все время, ну, пытаемся проговорить одну и ту же мысль, и это, к сожалению, люди многие не понимают. А у нас есть вопрос, вот здесь просто в программу «Добро пожаловаться» нам прислали в WhatsApp. Что делать, если в шахте мусоропровода, где стоит мусорный контейнер, завелись крысы, обращались в РНП, пишут, что провели, значит, дератизацию, крысы как пищали и прыгали, так и продолжают прыгать, страшно выносить мусор, вот что нам написали. Ну, убрать источник питания. Первое, что нужно сделать, определить. Крысы появляются там, где есть два или один из двух факторов. Первое – питание, второе – место для размножения безопасно. Эти два фактора, они влияют на наличие крыс в большей степени. Надо приглашать специалистов. Обычно с этой проблемой справляются. Мы с Айвером брали на обслуживание дома, в которых с крысами была очень большая проблема. И в течение нескольких месяцев эта проблема профессионалами решается. На самом деле надо смотреть, что так привлекает крыс в этот мусоропровод. Что-то должно привлекать. Либо питание, либо условия, где-то, может быть, в этом помещении есть условия для безопасного размножения. То есть норки можно свить, гнездочки. Специалисты есть, они умеют это вещать. Это довольно-таки простая проблема, потому что те специалисты, которые уже есть, они годами уже работают с этими, и они знают, что не только на это место нужно смотреть, а нужно смотреть обычно на весь квартал, да, потому что бывает так, что крыса где-то пытается в одном месте, а потом перебегать, спать в другом месте. Из-за этого... Те, которые занимаются, не знают, как это делать. Это неодноразово было, вот эти проблемы мы решали, да, и созванивались в том числе с рядом с стоящими домами, с их управляющими, вот, информировали, что вот есть такая проблема, и нужно везде одновременно все ее, эту проблему решать. Потому что бывает так, что ты выставишь в одном доме, они приходят с другого дома, да. Из этого везде нужно одновременно это делать. Понимая возможные, скажем так, вот то, что уже Сергей сказал, где они спят и размножаются, и где питаются. Да, то есть это проблема легко, ну, скажем так, легко относительно решаемая. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Говорите. Алло, добрый день. Добрый. Так, добрый день еще раз, господин Сидорко, господин ведущий, которым я питаю достаточно теплые чувства, как ведущим. Очень приятно вас слышать. Послушайте, вопрос следует. Не вопрос, а немножко такой, то, что мне было неприятно. Женщина предыдущая, которая звонила, на самом деле она хотела высказать совершенно другое, но ввиду того, что вы ее не могли понять, а я и в том числе многие слышащие ее вопрос поняли, но вы не смогли. И, честно говоря, вы ее задавили своими вопросами, в результате она не смогла таки высказаться до конца о своем вопросе, запуталась, и как пример она привела пример о воде, который вообще там был неуместен. А вопрос был ее следующим. Сейчас я поясню просто и легко. Почему, когда дом обращается к вам за какой-то помощью или решением каким-то проблем, вы, в свою очередь, я имею в виду дом управления, люди, которые туда приходят, простые, в дом управления, ощущают себя в первую очередь, как будто бы они пришли к каким-то особым людям, они сидят там на самом деле достаточно напыщены, чувствуют себя большинство людей, особенно пожилого возраста, некомфортно, и при этом дело идет, ну, очень медленно и очень тяжело, если оно вообще идет. Поэтому мне она сказала, вам не стоит ли вашему дому управлению поменять в этом случае работников. Я понимаю прекрасно, что с работниками сейчас плоховато, но говорить о том, что если вас что-то не устраивает, идите к другому, это сказать легче всего. Потому что я прекрасно понимаю, что сейчас работников и хорошее домоуправление найти тяжело. Но работать надо, друзья. Работайте, друзья, работайте. Это приведет к успеху всех.
Спасибо, да. У нас просто мало времени. Я прекрасно понял звонящего и хочу вам ответить. Я не работаю в РНП. Я не имею никакого и не имел никакого отношения с РНП. У меня, надеюсь, в кооперативе, поскольку меня избирают уже не один десяток лет, вот этих проблем, о которых вы перечислили, нет. Людей встречаем дружелюбно, вопросы решаем быстро. Все вопросы решаются с согласия собственника. Поэтому у меня к вам вопрос. К кому вы свой призыв меняете, увольняете к РНП? Ну, пожалуйста, тогда позвоните на линию РНП и сообщите им о своих пожеланиях. Я извиняюсь, я не хотел бы здесь выглядеть грубым, но просто-напросто я могу сказать, почему мы с Айвером постоянно говорим «меняйте», потому что я знаю несколько частных домоуправлений, в которых этих дефектов как раз-таки нет. И там люди заинтересованы в развитии бизнеса и развиваются там в сфере управления. И к ним дома приходят. А вот есть дома отдельные, которые я прекрасно понимаю, что задавала, какой вопрос задавала мне эта женщина. Я просто не понимаю чью-то надежду, что кто-то на основании призывов что-то будет менять. Так не происходит в жизни. Поэтому, ну, пожалуйста, адресуйте свой вопрос и предложение менять к тем, кем вы недовольны. У нас есть еще между тем один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой случай. У меня тоже РНП. У дома у нас маленький дом, 8 квартир. У нас нету счетчика холодной воды на дом. Поэтому мы начинаем платить по норме. Мы пытаемся у РНП узнать, сколько это стоит поставить. На каждое заявление приходит другой ответ, начиная с 1000 евро, заканчивая с 6000 евро. И несколько имейлов, социальные сети, заявления и личные встречи заканчиваются тем, что каждый раз мы получаем другой ответ. Сколько будет стоить поставить счетчик холодной воды на дом? Может, есть какие-то советы, кроме того, как менять дом управления? Есть очень простой ответ. Для начала, чтобы обсуждать, сколько стоит подключение дом-переход до нового устройства входного узла, коммерцовское, это МЭСБО, надо просто-напросто потребовать от управляющей компании сделать проект. Тогда вы поймете, что это, где этот узел может быть расположен, и в зависимости от этого начинаются вариации по оплате. Технические условия на устройство такого узла получаются в Рига Суднельс, и дальше делается проект, который согласовывается с Рига Суднельс. Там, если у вас есть подвал, и в подвале можно разместить этот узел учета, это одни деньги. Если вам придется делать колодец на улице и в колодце ставить счетчик, это другие деньги. Но начинать надо с проекта, не с разговора, там, сколько это будет стоить, а с проекта. Конкретно сделать проект и получить тех условий и сделать проект. Тогда можно дальше обсуждать, кто будет делать, почем это будет и так далее. Вот мой ответ. Независимо от смены управляющего. И дальше вы же как маленький дом, в принципе, вот с 5 голосами вы сами можете выбрать исполнителя и просто принести в РНП бумаги, сказать, вот по вашему проекту мы выбрали исполнителя, они готовы это сделать за такие деньги, и вот начинать завтра. Вот и все. То есть, Сергей прав, нужно проекта. Нужно начинать с проекта, понимать четко, понимать, где будет стоять узел, как он должен быть выстроен, да, и тогда уже те, которые занимаются этим, они могут посчитать, сколько это будет стоить, вот и все. И 5 голосов, учитывая, что всего 8 квартир, то есть надо 5 голосов собственников. Да. То есть это легко и просто. Не очень сложно. Ну что же, я смотрю, у нас время завершается. Огромное спасибо. У нас есть еще неотвеченные вопросы. Мы оставим их на следующую, действительно, программу, чтобы начать как раз с ответа на те вопросы, которые не успели осветить. Сергей Сидорко и Ивар Гонтарев сегодня отвечали на ваши вопросы, были экспертами в программе «Добро пожаловаться». Огромное спасибо, говорим экспертам. И до встречи в следующий понедельник. Всего доброго, до свидания. Радио Болткома.